Конкурс на соискание премии «Наше Подмосковье» в самом разгаре. Однако кандидатов получить ее в Орехово-Зуевском районе немного. И дело не в том, что нет хороших проектов, а в том, что многие не понимают, как отправить заявку и правильно ее оформить. О том, кто может принять участие в конкурсе и что нужно для этого сделать, шла речь в администрации Орехово-Зуевского района. С каждым годом количество участников конкурса растет. К примеру, в 2013 году наш район представляло более 70 человек. В 2014 уже 106. Правда, награды получили меньше жителей. В 2013 году 28, а в прошлом году всего 6 человек. Тем не менее, призовой фонд ежегодно становится больше. Призовой фонд составляет 180 миллионов рублей. Значит, размер денежных выплат. Первая премия 335 тысяч рублей, это 10 премий. Вторая премия 150 тысяч рублей, это 515 премий. Третья премия по 70 тысяч рублей, 1420 премий. Правда, в этом году, в отличие от прошлых конкурсов, рассчитывать на премию могут только физические лица. Всего определено 10 номинаций, среди которых появилась и номинация «Спасибо деду за победу», приуроченная к 70-летию победы в Великой Отечественной войне. Прием заявок, который проходит с 15 мая по 30 августа. С 1 сентября по 4 будет проходить экспертная комиссия. И, значит, 26 ноября пройдет само торжественное мероприятие, непосредственно награждение. Снижение количества побед от Орехово-Зуевского района в первую очередь связано с неправильным или неполным оформлением заявки. Устранив недочеты, можно снова попробовать свои силы. И первое, что необходимо при подготовке, это правильно выбрать тему проекта. Правильно отнести его к той или иной номинации. И при оценке, вот читая проект, понимали, что проект на самом деле хороший, но не связан с заявленной номинацией. Второе. Надо прежде всего понимать, что такое проект. Значит, проект – это когда проблему удается сдвинуть с мертвой точки. Когда жюри наглядно видит, что изменилось в ходе реализации проекта, тогда можно надеяться на то, что проект победит. Пока на официальном сайте премии «Наше Подмосковье.рф» или «Наше Подмосковье.ру» Орехово-Зуевский район представили всего 10 конкурсантов. Заявки соискателей принимаются в электронном виде через сайт конкурса www.нашеподмосковье.рф или на электронную почту премия2015@mail.ru. Свои проекты необходимо предоставить до 30 августа. По вопросу приема заявок и оформлению проектов можно обратиться к координаторам премии «Наше Подмосковье» от Орехово-Зуевского района. Их телефоны вы видите на своих экранах.